В эфире информационная программа «Панорама Севера», в студии Лариса Истомина. Здравствуйте. Уже второй день около 200 депутатов Государственной Думы России работают в Крымском федеральном округе. В составе делегации и депутат от Архангельской области Елена Вторыгина. О своей работе на Крымском полуострове Елена Андреевна рассказала по телефону. Проводим приемы граждан. Лично у меня было уже 2 приема граждан. Большие встречи с населением. Поселка Ленина в Ленинском районе, в городе Белогорске. Сегодня прием по личным вопросам и встречи с населением. И все наши депутаты по всему Крымскому полуострову, по всем муниципальным образованиям встречаются с населением Крыма. Вопросов очень много. Это вопросы и внутреннего жизнеобеспечения крымчан, то есть вопросы водоснабжения, газоснабжения, электрификации, какие-то частные вопросы, трудоустройства, занятости людей, конкретный вопрос. Не разменяют ни слова Крым. Потому что такая сложная ситуация сегодня идет. Ну, не отдадут ли нас обратно в Украине. Это, вот такие вопросы на каждой моей встрече задают. Конечно, такого никогда не будет. Никогда мы не отдадим Крым обратно. Никому. 14 числа у нас будет большая встреча с президентом Российской Федерации, с председателем правительства Российской Федерации и с рядом министров. 14 августа в четверг президент России Владимир Путин встретится в Крыму с членами фракции политических партий в Государственной Думе. Ожидается открытый разговор с парламентариями по актуальным вопросам жизни страны. Мы продолжаем обсуждать проект нового областного закона об организации местного самоуправления в регионе. 19 августа он должен быть вынесен на рассмотрение правительства Архангельской области. В столице Поморья в пользу сохранения прямых выборов мэра выступает большинство горожан. За и представители малого бизнеса. Сторонники института сити-менеджмента объясняют свои предпочтения в том числе так. У руля встанут профессиональные управленцы. Один вопрос – откуда они возьмутся? Да еще в таком количестве. Только в Архангельской области 14 городов. Более того, именно конкуренция на выборах – наиболее эффективный механизм подготовки и отбора профессионалов. Так было всегда. Вот это первый нюанс. Второй нюанс. Если мы подразумеваем, что сити-менеджер, в том числе и в мэриях городов, будет вести какие-то дела, то это уже системный конфликт между мэром и сити-менеджером. Этот системный конфликт, он приведет к чему? Во-первых, к росту аппарата. Все равно у сити-менеджера должен быть свой аппарат. С точки зрения предпринимателя это, конечно, нецелесообразно. У нас дефицитный бюджет. Мы, ну, не потянем еще какую-то новую когорту вот этих людей. Этот закон пока преждевременен. Его надо, наверное, обкатать на каких-то отдельных территориях, не по всей стране. Сокращение полномочий муниципалитету в ходе реформы местного самоуправления может серьезно ослабить механизмы поддержки малого бизнеса. Вот другое опасение архангельских предпринимателей. Кроме того, придется заново выстраивать годами отточенную систему взаимодействия с городской властью. От нее во многом зависит развитие местного бизнес-сообщества. Учитывая, что этот вопрос затрагивает интересы практически всего населения Архангельской области, то сейчас необходимо провести, мы считаем, большую разъяснительную работу, чтобы довести суть до населения, суть предстоящих изменений. И к этому вопросу необходимо, по нашему мнению, привлечь систему ОРВ, оценка регулирующего воздействия, которая разработана и создана и работает уже в течение более года. Сегодня мэрия помогает предпринимателям, желающим начать свое дело. Конкурс бизнес-проектов позволяет получить из бюджета города грант до 300 тысяч рублей. Реальная экономическая поддержка, субсидии для участия в выставках и ярмарках, налоговые льготы. Механизм защиты малого и среднего бизнеса муниципалитетом не просто определен, он уже работает. Я считаю, что, конечно, может быть, пока сити-менеджера вводить в Архангельске преждевременно, я думаю. Все-таки выбор уже сложившийся, и у нас люди привыкли, чтобы был один хозяин в городе. Вот, и как бы практика не очень такая по стране, что с сити-менеджерами, потому что получается двоевластие. Получается два хозяина, а спросить не с кого. Немаловажно, что принятие закона так или иначе потребует возвращения к вопросу о межбюджетных отношениях. Ведь главным в реформе местного самоуправления является адекватное финансирование полномочий, возложенных на муниципалитеты. Если налоги будут по-прежнему уходить из города, то любая реформа окажется финансово неподкрепленной, а значит, по большому счету, провальной. Елена Матвеева, Ольга Красулина, «Панорама Севера».
Собери ребенка в школу. В преддверии нового учебного года этот призыв из уст судебных приставов звучит в адрес должников-алиментщиков. До 31 августа сотрудники ведомства проведут традиционную акцию, главная цель которой – напомнить родителям о своих обязанностях. По статистике, большая часть лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, лишает содержания детей именно школьного возраста. А потому акция «Собери ребенка в школу» проходит на протяжении многих лет. В период проведения акции судебные приставы-исполнители увеличат количество выездов на места жительства должников, пройдут проверки и в организациях. Специалисты выяснят, своевременно ли там удерживают средства из заработной платы алиментщиков. Польза в этой акции будет. Она будет польза как и выражена в определенных цифрах. То есть мы найдем столько должников, арестуем столько имущества, которое будет потом продано и перечислено детям. И, наверное, одно из самых важных, что мы постараемся еще раз привлечь внимание общественности к этой проблеме. Судебные приставы Архангельской области констатируют снижение количества исполнительных документов по алиментам. По сравнению с прошлым годом их стало меньше – на 2000. 8 марта в августе. Такое может быть только на Всероссийской студенческой стройке «Поморье», которая в этом году проходит в Мирном. За трудовой семестр ребята успевают прожить целый год, отмечая главные праздники страны. 23 июля был День защитника Отечества, 31 числа – Новый год. А 8 августа мужская часть стройотрядовцев поздравила своих девушек с Международным женским днем. Вечером после трудового дня все юноши студенческой стройки «Поморье» собрались в фойе детской школы искусств, чтобы преподнести девушкам сюрпризы, которые они готовили несколько дней. Будет концерт от мужской части коллектива нашего, для женской части коллектива. Ну да, наверное, будут какие-то сюрпризы. Девушки не знают, что будет происходить здесь, поэтому все для них будет новым и неожиданным. И вот оно, долгожданное оживление. Появились нарядные, милые, очаровательные девушки, которых молодые люди встретили аплодисментами или песнями. Лепестками роз. И даже в романтическом моменте не обошлось без юмора. Вместе с девушками по живому коридору пробежала и собака, как оказалось, тоже женского пола. Ей достались самые громкие овации. Такая встреча произвела огромное впечатление на представительниц прекрасного пола. Очень неожиданно, потому что у нас мальчики фантазеры, они нас очень радуют. Вот. Было очень приятно. Даже появилось чувство, что мы пошли по красной ковровой дорожке, осыпали нас лепестками роз. Это просто феерично, замечательно. Очень много внимания, поэтому это было здорово. На Всероссийской студенческой стройке «Поморье» около 40 девушек и 270 юношей. А это значит, что каждой юной особе внимание досталось в шестикратном размере. Парни с вдохновением и энтузиазмом демонстрировали свои таланты. Разыгрывали миниатюры, читали стихи и, конечно, пели песни. Далеко не ошибкой был и этот вечер. Его результатом стало хорошее настроение и заряд бодрости до самого конца трудового семестра. Воспитательный центр для несовершеннолетних преступников появится на базе Архангельской колонии. В центре будут созданы максимально комфортные условия для индивидуальной работы специалистов с воспитанниками. Подробности у Марии Воробьевой. У каждого из 100 воспитанников Архангельской воспитательной колонии есть все шансы получить условно-досрочное освобождение. Серьезным подспорьем в этом стало переформирование колонии в центр, где несовершеннолетних готовят к жизни на воле. Один из таких шагов – создание нового общежития с улучшенными условиями проживания. Оно рассчитано на 40 человек, как правило, для тех, кто хорошо зарекомендовал себя в учебе и дисциплине. В общежитии есть 10 четырехместных комнат, кухня и комната для работы с осужденными. Проводятся групповые занятия по арт-терапии, тренинговые занятия, направленные на стабилизацию эмоционального состояния, профилактику дальнейшего совершения их преступлений, а также на подготовку их к освобождению. Они активно принимают участие, тем более мы готовим подарки также и для родителей, то есть они такое прикладная у них работа идет достаточно активно. В соседнем здании ведется строительство третьего общежития. Оно рассчитано на 100 человек. Финансирование осуществляется в рамках федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы до 2016 года.
в 2013 году там было выделено бюджетное финансирование порядка 11 миллионов 600. Вот, в текущем году выделено 44 миллиона с половиной. Там помещения идут, они более по числу содержания воспитанников по 8 человек, да, как здесь вот 15, там все. Есть отдельный санузел в каждом помещении. Также набор помещений, там эти комнаты приема пищи, социального работника, помещение воспитательной работы. Также там карантин предусмотрен. На данный момент выполняются работы по отделке помещений. Вентиляция, канализация, отопление. Планируется сдача объекта в начале декабря 2014 года. Принцип организации деятельности такого учреждения прост. На смену карательным мерам приходит воспитательная работа. В колонии есть своя школа, профтехучилище, а на месте дисциплинарного изолятора скоро откроется следственный, где с несовершеннолетними будут работать психологи и специалисты воспитательной колонии. Данное помещение рассчитано на 40 человек. Здесь, в принципе, созданы, оборудованы все необходимые помещения, которые есть, ну, в стационарном обычном следственном изоляторе. Значит, камеры, вот они, в принципе, все одинаковые, можете пройти посмотреть, на 4 человека. Условия содержания максимально приближены к домашним. Именно так воспитанники Архангельской колонии говорят о месте, где отбывают наказание. Мария Воробьева, Ольга Красулина, «Панорама Севера». Во Всероссийский детский центр «Орленок» на побережье Черного моря отправились 17 активистов Поморья. Им от 11 до 16 лет. За какие успехи ребят наградили путевками, узнала Инга Швецова. Для каждого из этих ребят получить путевку в легендарный лагерь «Орленок» не просто удачное стечение обстоятельств, а скорее плод упорного труда. Каждый из них уверен, отличная учеба в сочетании с активной жизненной позицией составляют секрет успеха. Меня наградили путевкой за отличную учебу и достижения. В олимпиадах я всегда занимаю призовые места, и, ну, потому что я верю в свои знания и знаю, что всегда смогу добиться цели. Собирали все, что можно, узнавали много информации о Орленке, так как первый раз провожаем тоже всей семьей. Младший братик пойдет в первый класс в этот год и тоже, надеемся, будет не хуже учиться, тоже добьется тех же успехов, чтобы также участвовать во всех олимпиадах, стремиться быть победителем. Участие в олимпиадах и конкурсах, фестивалях и конференциях – вот лишь небольшой перечень того багажа, с которым архангельские школьники едут в детский центр «Орленок». Одноклассницы Лиза и Соня не только отличницы, но и спортсменки. Они уверены, именно спорт развил в них много важных качеств. Упорство, добиваться своего и относиться хорошо к товарищу, помогать им. Мне кажется, пригодятся в смене, это же все-таки «Орленок», добрый лагерь. И действительно, все эти качества им пригодятся, ведь ребята едут в дружину «Дозорная». Это единственная в мире детская пограничная застава. Именно там юных северян ждут настоящие приключения. Они научатся ориентироваться на местности, действовать в нестандартных и экстремальных ситуациях, пройдут горную подготовку. Инга Швецова, Сергей Минин, «Панорама Севера». Россия с 7 августа ввела ограничения на поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока сроком на один год из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так проживем ли мы без норвежской семги и французского сыра? Об этом мы спросили у жителей Архангельска. Мне кажется, наверное, повлияет, потому что цены все-таки вырастут. А как вы считаете, сможем ли мы обеспечить всю Россию той продукцией, которая у нас есть? Ну, если мы займемся этим, наверное... Ведь все-таки в советские времена мы же жили почти на свое. Ну, только зерно, наверное, покупали часть. На наш рацион, на мой лично, так не повлияет, потому что я люблю русскую всю продукцию. Да и остальные россияне, наверное, тоже переживут. Ну, я думаю, что все равно нашим аграриям не предоставится особого шанса. Все-таки, скорее всего, заключат договора с теми странами, с которыми это можно сделать. И наши производители останутся в малом. При малых интересах. Конечно, повлияет. У нас появится больше отечественных продуктов, как замечательно. Путин же сказал, будем развивать отечественные производства. Вообще Россия сможет выжить без продуктов зарубежных? Без проблем. Именно с продуктов Запада мы легко выживем, потому что у нас есть Азия, которая поставляет нам чуть ли не половину всех фруктов и овощей. Вот. Но совершенно не обязательно через Европу их тащить, есть много других путей. Ну и свое тоже можно выращивать, давно пора бы уже. Далее в нашем выпуске новостной дайджест коротко о главном.
В Архангельской области ведется розыск похищенных икон из Кинозерья. Иконы из часовни мучеников Флора и Лавра, расположенные в кинозерской деревне Семенова, были похищены еще в июне этого года. Всего из уникального иконостаса XIX века было украдено 29 икон. По мнению искусствоведов и историков, похищенные иконы имеют высокую историко-культурную ценность. В настоящее время ведется следствие. Началась реконструкция крытого хоккейного корта на стадионе «Труд» в Архангельске, прерванная судебными тяжбами с предыдущими подрядчиками. В конце 2011 года спортивный клуб «Водник» получил средства от компании «Лукойл Гарант» на строительство быстровозводимого хоккейного корта. Однако подрядчик, получивший контракт, недобросовестно подошел к работе. Сооружение не прошло тестовые испытания. По договору с новым подрядчиком этот корт должен быть сдан до конца 2014 года. Это позволит проводить круглогодичную подготовку архангельской команды «Водник». 17 августа в Циглымине состоится традиционный праздник, посвященный Дню поселка. В этом году исполняется 87 лет со дня его основания. Гости не только станут зрителями яркого сценического действия, но и смогут узнать больше об истории поселка и деревни Циглымень. На празднике будут подведены итоги конкурса на благоустройство поселка. Для самых маленьких зрителей будут проводиться игровые программы. Также все желающие смогут посетить площадку с аттракционами и покататься на лошадях. Далее расскажем о главных темах свежего выпуска газеты «Правда Севера». «3% местные съемки» – так называется материал, в котором журналисты «Правды Севера» пытаются разобраться в том, что изменится на архангельском рынке с запретом норвежской съемки. Напомним, неделю назад правительство России установило эмбарго на импорт продовольствия из США, Канады, Австралии, стран Евросоюза. В длинном перечне запрещенных к ввозу товаров оказалась и норвежская рыба. Подготовить хорошего врача можно только на клинической базе. В эту среду в «Правде Севера» первое обстоятельное и подробное интервью нового ректора СГМУ Любови Горбатовой. Рубрика «Уроки истории» рассказывает о новой книге доктора исторических наук профессора САФУ Татьяны Трошиной «Великая война и Северный край». В Архангельске в рамках празднования Дня физкультурника прошел турнир по флорболу. В соревновании приняли участие команды «Сафу», «Пиренеи», «Портовик» и «Луч». Кто оказался на пьедестале почета, знает Екатерина Грициенко. Праздничная атмосфера и особый спортивный настрой. Этот матч был скорее товарищеским. Игроки всех четырех команд уже не раз делили поле. И главной целью этой встречи стала подготовка к предстоящим масштабным состязаниям. Впереди нас ждет чемпионат города среди мужчин и женщин. Чемпионат России у некоторых игроков здесь, представляющих в командах. Также будут традиционный кубок мэра проходить города Архангельска в 9 возрастных категориях. В общем, это начало. Турнир на стадионе «Труд» прошел в формате 3 на 3. Из 7 человек команды одновременно на поле играли трое. Длительность каждого периода составила 10 минут. Непростой эту борьбу сделала стоявшая в тот день 30-градусная жара. Но погодная аномалия не помешала участникам команды Северного Арктического федерального университета стать лидерами турнира. Занимаюсь я с первого класса. Выбрал, потому что, наверное, единственная специализация была в школе флорболом. Вот, начал заниматься, понравилось. Играю уже 14-й год. Вторую ступень пьедестала заняла команда «Пиренеи». На третьем месте сборная «Портовик», а на четвертом месте воспитанники Исакогорского детского юношеского центра команда «Луч». Екатерина Грициенко, Алексей Шершов, «Панорама Севера». Еще одно спортивное событие минувших выходных. В Котласе на озере Курье прошел третий этап соревнований и первенства города по плаванию на открытой воде. Это был уже третий этап соревнований первенства города по плаванию на открытой воде в нынешнем сезоне. Первый прошел в июне на Северной Двине. Тогда пловцам нужно было преодолеть дистанцию в 10 и 25 километров. В рамках второго июльского этапа спортсмены плыли от 500 метров до 1000. На этот раз стажистам предлагалось пройти 3 километра, новичкам 1. Таких участников было трое. Причем двое из них заявили о намерении проверить свои силы непосредственно перед стартом. Для себя, для удовольствия получить, я не знаю, эмоциональный всплеск,
физического развития. Плыву я, плывет у меня дочка. Организатором заплыва в который раз выступила Котласская федерация плавания. Озеро Курья в районе ББК было выбрано не случайно. По мнению опытных пловцов, вода здесь чище, чем в других водоемах. Кроме того, на место, где нет судоходства, проще получить согласование на массовый заплыв. За безопасностью на воде нам помогает следить служба спасения, за что им огромное спасибо. Не первый раз нас выручают. Из-за плохой погоды этим летом третий этап первенства в открытой воде пришлось проводить уже после Ильина дня, когда купаться нельзя. Но участники заплыва отметили, что холода не почувствовали. А вот сильный дождь, который прошел в этот день, отпугнул от соревнований многих. На старт вышли лишь 15 человек из 30. Победители будут определены по сумме результатов во всех трех этапах первенства города. А для того, чтобы церемония награждения лучших пловцов в открытой воде была более массовой, ее решено провести в сентябре в детско-юношеской спортивной школе после открытия бассейна. В Архангельске продолжает работу выставка-продажа шуб пятигорской фабрики «Фламинго». Роскошные шубы в богатом ассортименте. Более 1500 моделей, размеры от 40 до 72 и по очень приемлемым ценам. Покупать шубу выгоднее именно летом, а потому стоит поторопиться приобрести обновку по цене ниже рыночной. Изысканные и практичные, экстравагантные и комфортные. На выставке продажи от пятигорской фабрики «Фламинго» любая модница сможет найти здесь себе шубку по душе. Я мечтаю о шубке красивой, удобной, теплой и, главное, практичной. Поэтому я выбираю мутоновую шубку, и по такой цене я могу себе это позволить. Действительно, шубы из мутона пользуются вполне оправданной популярностью. Они очень теплые, ноские и легко переносят капризы российской погоды. Снег, дождь и слякоть. К тому же мутоновое полотно очень красиво и пластично. Некоторые модели шуб на выставке представлены в единственном экземпляре. Вот, например, это. Шубки из енота пушистые и объемные сегодня набирают все большую популярность у модниц. Мех енота необычайно уютен и приятен, а самое главное – отлично защищает от суровых морозов. Элегантная норковая шуба во все времена была объектом мечтаний любой женщины. Бархатистость меха, его благородный цвет, мягкость ассоциируются с высоким общественным положением, состоятельностью и изысканностью. Мех норки отличается высокими износостойкими качествами. Такое возможно только сейчас. Шикарные шубы по доступным ценам. Милые дамы и дорогие мужчины, успевайте. Пятигорская фабрика «Фламинго». Шубы во дворце спорта. Успевайте и вы сделать зимний подарок по летним жарким ценам. Выставка-продажа с 12 по 17 августа с 10 до 19 часов. Во дворце спорта профсоюзов в Малом зале. Елена Гончарова, Руслан Симушин, «Панорама Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 14 августа доллар США 36 рублей 22 копейки, евро 48 рублей 41 копейка. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «В центре внимания». Гость в нашей студии – заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. А у меня на этом все. В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 14 августа будет облачно с прояснениями, без осадков, плюс 20-23. В Котласе облачно с прояснениями, небольшой дождь, 19-23 градуса тепла. В Мирном в четверг переменная облачность, плюс 18-22. В Новодвинске малооблачно, без существенных осадков, плюс 19-22 градуса. В Архангельске 14 августа будет облачная с прояснениями погода, ночью дождь. Ветер западный умеренный, температура воздуха ночью плюс 11-14, днем плюс 19-22. Атмосферное давление будет расти. Тип погоды второй благоприятный.